Аркель. Уважаемые зрители нашего киберспортивного канала StreamTO на Ютубе, всем привет! Сейчас у нас суббота, 28 января, на часах 18:00, и мы стартуем Блиц, ребят. Кунгур у нас сегодня будет. Просто столкнутся два клана, которые немало известны. Наверное, вы даже знаете всех игроков, которые играют в составах. Что ж, это кланы Вавилон и Synergy. Для тех, кто не знает, то Блиц-турнир, как она называется сейчас, экзотическая классика, это будет проходить в формате Дика Рельса. Да-да, дамы и господа, Дика Рельса. Сейчас посмотрим. Так, у нас Synergy за красных, а Вавилоны будут играть за синих. И я почему-то не могу посмотреть состав, нажав Tab. У меня там почему-то пустота какая-то на... Наверное, это какой-то баг. Я, наверное, перезайду и быстренько озвучу составы, которые имеются на карте сейчас. Потому что уследить невозможно будет. А, даже составы не показаны, когда в битву заходишь. Ха, интересненько. Что ж, не будем сейчас о плохом. Будем непосредственно переходить к самому лицу, турниру. Я, наверное, озвучу потом, когда игра начнется, чтобы всех игроков увидеть, потому что мой таб, к сожалению, пока что не работает. И что ж, ребят, как обычно, это будет проходить 12 минут, то есть 2 минуты на сбор, и в течение 10 минут будут они играть на корпусе Диктатор и пушка Рельса. Вот, Дика Рельса я давно, конечно же, не видел, как игрок в киберспорте. Блин, это один из любимых форматов был всех игроков, я вам могу даже так сказать еще. Когда не была Хори Рельса, это я сейчас для тех, которые не олдскульные в проекте Танки Онлайн. Остается буквально 20 секунд до начала старта карты. Что можно еще сказать? Хозяева на команде сейчас это Вавилоны. То есть они играют за синих, значит они хозяева. Если же по истечении 4 раундов окажется ничья, то у нас будет так называемые дополнительные раунды. Кстати, когда хозяева будут начинать за красных игроков. Но до этого еще далеко. Сейчас битва началась. И я уже вижу, что Андрей Ермольненко 10 убил Готика. Кстати, это новое приобретение Synergy. Он перешел из клана Eternity. Если мне память моя позволяет это сказать, Готик сам игрок из интернетов имеет бронзу. Что ж, я вижу на карте Фейс, Аркелиан, Ван, Голден Кой, Андрей Ермольника 10 и Том Реддл. Это был состав Вавилонов, которые играют за синих на карте Кунгур, а за синер же будет играть No Name, Максе, Тон Сандра, СТР Элган, Готик, как уже были сказано, и Хирург. Надеюсь, я никого не забыл, пока он был на респауне. Ну, конечно же, Динамит, как я про него мог забыть. Есть у нас уже первое выдвижение на центр карты. Я вижу, что Андрей Ермольника на пуле будет встречать Хирурга. Хирург уже получил две рельсы, использовал аптечку. Будет он также подниматься наверх. Ван также заходит на фуле на флаг своего соперника. Сливает одним выстрелом Дон Сандред. Но есть там Том Реддл, также за красным флажком. Его заметили, ему выписали уже рельсу. Три игрока сейчас отвлекаются у него. Это Эстерелган, Готик и No Name. Как много на себя внимания сейчас уделяет Том Реддл. Вон он использовал, правда, уже аптечку. Слили одного игрока, помогли ему. И будет он, наверное, справляться с No Name, если у того нет аптечки. Хотя Том Реддл остается буквально на одну рельсу, так что там ничего не будет. А на синем флажке пока ничего особенного не происходит. Там стоит Аркелиан, Голден Кой, Фейс. Кстати, Голден Койл уже сейчас отправился на респаун.
есть информация аддон Сандре, который будет заходить из деревни, он выписывает хорошую рельсу по фейсу, будет он также пытаться увести флаг, но он там ничего не сделает, так как есть Golden Koi и One на респауне, он использует аптечку, дает рельсу фейсу, и, наверное, там просто потрогает флажок и отправится обратно на респаун. Хирург также ему не сможет в этом помочь. Хотя нет, я поспешил с выводами. Есть хирург. Golden Koi промазал, но попал Андрей Гермоника по флагоносу. Хирург использовал аптечку очень своевременно, так как он выдержал рельсу Golden Koi и остался практически на фуле. Он уже на своей половине карты переехал, он через рельсы. Есть Готи, который будет его подбирать. Перехват есть от Аракеляна, Вуана, Фейса, который по центре карты просто стреляют по Готику. Он ставит минку, посмотрим, подорвется ли кто-нибудь на ней. Выходит Фейс, попадает, правда, по Готику, но у него сейчас перезарядка очень долгая будет, он ничего не сможет сделать. Вуана отлично сливает Дон Сарандра. Поступила, наверное, информация от Нонейма, который сказал, что есть игрок под мостом. Они ее воспользовали и доставляют первый флаг после 3 минут боя. Вот это синерджи, дамы и господа. Сливают также фейсы, расправляются со всеми своими оппонентами на своей базе. Будут также опять распределять силы по карте и пытаться увести следующий флаг. Что ж, Вавилоны сейчас должны как-нибудь ответить на этот флаг, привести, наверное, еще два. Выписывает Том Реддл хорошую рельсу по СТРЛ-ку, но тот промахивается, стреляет в какие-то вертолеты, которые не летают на карте. Том Реддл также сливает Максе, отправляет его на респаун, ну и Дон Сандра его за это также наказывает. Аракелян есть на центре карты, он использовал аптечку, и СТРЛ-ган по нему попал, но аптечка воспользовалась все равно, и он отправляется на респаун. Бедный Аракелян. Что ж, есть Golden Coil и One, которые будут уходить с флажками, но есть Максе, Хирург, которые стоят ДДшками, стреляют, также Готик может вернуть свой флаг, который и так на флагштоке, извиняюсь. И One тоже будут убивать. Ну, я не знаю, видно сейчас по карте то, что Вавилоны прессуют больше своих оппонентов, но каким-то чудом или скиллом, не будем называть это чудом, будем называть это скиллом, потому что это два сильных клана, увезли первый флаг на контр увозе, который, правда, ну, не был, так как они Вавилоны не брали флажок. Аркелян подбирает тем временем флаг, будет он уходить в деревню, наверное, к себе, да, он этого делает, на центре карты, Готик будет по него стрелять, если у Аркеляна аптечка, если она у него есть, это поможет ему увести, но нет, Фейс также стал рельсу, но не стал пытаться взять флажок, это, наверное, было умным решением, так как у него не была включена ДАшка, он подождал некоторые секунды и включил ДА, и поэтому получил меньше урона от Готика, что ж, слишком много информации, потому что, ребят, это просто чудо какое-то. Потому что если сейчас бы Фейс мог бы умереть, и там Готик, возможно, бы увез флажочек, если бы Golden Coil, Golden Koi, извиняюсь, не помог. Том Реддл увозит флаг нестандартным путем, он просто едет по бровке противника, развел Готика на рельсу, что же он делает? Просто получил одну рельсу от ноунейма, дал ему также рельсу, но Готик сработал своевременно. И флаг стоит, ребят, сейчас на флагштоке, ой, на бровке, извиняюсь, справа. То есть, а есть Аркелян, который сейчас может поехать взять, главное сейчас дроп распределиться. Есть там Андрей Мольника, который также зашел с базы противника, он будет брать флаг, так как слили ноунейма быстро, хорошую рельсу выдал. Игрок команды Вавилон также будет справляться с СТРЛ-ганом. Он, правда, попадает, но это ничего не сделает, потому что там не было ДДшки. Какой увоз от команды Вавилон! Ребят, вы просто посмотрите. Том Реддл, начало этого флажка, флаг увоза, точнее, просто если они его доставят, это можно делать какой-то суперский хайлайт этого дня. Прыгает Аркелян, использует аптечку, дал ему рельсу, все равно он умирает. Также есть там Фейс, один Готик остался, который сейчас на перезарядке, его использует аптечку. Но аптечка просто не успела сработать. Фейс также нажимает аптечку заранее, чтобы, получив рельсу, сразу регенилась ХП своего танка и доставляет флаг и сравнивает счет для своей команды. Что ж, Том Реддл просто круто сейчас сыграл, на мой взгляд, увез флаг нестандартным путем. Наверное, противники, а именно Синерджи, этого сами и не ожидали. Кстати, он не мог бы там на мост уходить, потому что были противники в городе, которые могли бы его обстрелять. Синерджи попытались увести флаг на контр увозе, том самым, который не было в самом начале, но не смогли этого сделать, так как Golden Koi возвратил свой флаг на свое место. Что ж, сейчас все игроки находятся по правую сторону от команды Синерджи. Только Аркелян сейчас, зареспавнившись вместе с Уаном, поедут, наверное, по мосту. Да, они даже не ждут, пока будет фул.
Дон Сандро выписывает рельсу по Уану, но тот использует своевременно аптечку. Аркелян уже использовал аптечку, потому что увидел, что Максе заряжал в него рельсу. Остался он целым. Будет он подбирать флаг. Немножко не сработал с корпусом, но это диктатор, ребята. Это уже давний корпус, к нему нужно привыкнуть. Это вам не Хорнет, который на развороте будет дрифтовать, как в Need for Speed, либо же в Форсаже. Кстати, ребят, отвлечемся немножко от танков. Форсаж новый скоро выходит. Можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я этот фильм жду. Возвращаемся на карту. Том Реддл опять будет ехать по бровке, но нет, он просто подобрал нитру и выжидает. Будет он заходить снизу, тем самым фейс по другую сторону. Вместе с Ракеляном будет справляться с ноунеймом, который будет, кстати, подбирать флаг. Он, правда, уже использовал аптечку, если я не ошибаюсь, я не углядел, потому что смотрел на правую сторону. Да. Андрей Морника просто отправляет вместе с Фейсом его обратно на базу. Что ж, сейчас много игроков команды Синерджи под мостом, целых три, даже Хирург и Готик и Дон Саттер, которого уже отправили на базу. Ракелян подбирает флаг, из-за этого едет на мост, потому что он знает, что есть все игроки находятся снизу. Андрей Ермольника будет подбирать флаг, который не смог увести Аракелян. Он уже использует аптечку, он буквально на одну рельсу остается. Есть Ван, который будет подбирать. Также слил фейс Хирурга. Хорошая поддержка Дефера своей команды. Убивают Эстерелгана на кемперке красной базы. Есть ноунейм, который подбирает флаг. Фейс его обманывает. Будет ему также рельсу давать. Аракелян, правда, промахивается, но он никуда не уйдет, потому что там Хирург сливает своего флагоносца, ребят. Вот это сейчас зарешало, потому что Готик там мог бы помочь, наверное, Хирургу, и там они могли бы как-нибудь задержать для новой отдачи. Андрей Ермольника будет сливать Дон Сандро. Ему главное сейчас не спешить. Максе убивает Вана. Готик подбирает все равно флаг сам. Ноунейм будет ему помогать. Есть убийство Аракеляна от Готика. Молодец, что вернулся обратно и дал ту самую рельсу. Также есть Том Реддл на базе красных, который обстреливает просто их в город, не давая прийти целыми на свою же базу, так как уже, смотрите, Старелган подавился на респауне, уже использовал аптечку, так как там есть Том Реддл, сейчас бы его увидеть. Готик это, конечно же, замечает. Он не из простых игроков, не зря он перешел в Синерджи. Том Реддл сливает одного, есть там Дон Сандро, он выжидает, будет он ему, наверное, рельсу давать, но Том Реддл не сработал с камерой и не увидел Дон Сандро, либо же он просто пытался замансить каким-нибудь образом. На другой стороне карты Аркелян подбирает флаг, так как Андрей Ермольника его потерял, не было у него дашки. Максе будет выписывать рельсу по Аркеляну. Аркелян своевременно использует аптечку, остается целым. Есть ноунейм, который также будет пытаться что-то сделать. Он дает Андрею Ермольника рельсу. Все правильно он делает. Андрей Ермольника разряжен, Аркелян тоже. Есть там Максе, и Аркелян будет пытаться дать рельсу, но там не сработало. Ой, корпусом и промахнулся по Максе, но Максе каким-то образом все еще живет, он просто массует от трех игроков, что происходит? Максе так много на себя внимания уделял, а на другой половине карты также стоит Готик и Хирург с вражеским флагом. Хирург уже использовал аптечку, дабы чтобы она кдэшилась. Что ж, сейчас такой перепауза, можно сказать, между кланами, потому что у нас размен, и карта заканчивается. Я даже не следил за временем, ребят, если честно. Я не могу озвучить сейчас УП каждой команды, кто был эффективен, потому что у меня не работает, к сожалению, таб. Но, наверное, вы сами видите это на экранах, так как наш оператор вам это продемонстрировал. Что ж, первый раунд, счет 1-1, команды были равны. Я поначалу хотел сказать, что Вавилоны выглядят слабее на фоне Синерджи, но нет, ребят. Хорошо, что я этого не сказал, потому что кланы действительно сейчас сыграли очень хорошую карту на формате Дикарельса. Поднарка, ребят, это что-то с чем-то. Будем сейчас следить за вторым раундом. Остается буквально полторы минуты. Уф, просто жесть, огонь. Если дополнительные бы какие-нибудь минуты были при размене, ну, вот как в каждом раунде. Там, не знаю, если размен, если два флагштока, если два флага не находятся на флагштоках, там время такое удлиняется или увеличивается на одну буквально минуту, чтобы команды попытались что-то сделать за эту минуту, было бы еще круто и динамичнее. Знаете, когда ты думаешь, что уже практически заканчивается раунд, а там появляется одна минута, так как твой флаг не лежит на флагштоке, даже если он был рядом, когда я озвучил, как Котик вернул свой первый флаг. Что ж, это было круто. Но это только мечты и фантазии моего взгляда на киберспорт и раунды в танках онлайн. Не вижу я никаких замен от
Вавилонов, также и от Синерджи, видимо, довольны та эта команда своим составом, который они сейчас играют на этой карте. Блиц, Экзотика, Классика, я напоминаю. Ребят, вы также можете сыграть, просто подав заявку в турнир, можете даже встретить таких знаменитых игроков и попытать свой скилл, пыл и силы против таких игроков, как сейчас находится на этой карте. Я не буду никого выделять. Все эти игроки очень сильные, раз играют в основных составах таких больших кланов. Что ж, у нас произошло самоуничтожение. Буквально 3 секунды остается до начала раунда, пока они респаунятся. Аракелян уже включил ДАшку, также сделал и Golden Coin, чтобы не получить. А Андрей Ермольников включил ДДшку и попытался попасть в вертолет. Ван также уже дал рельсу по готику. Хорошую позицию он занял. Андрей Ермольников уже остается буквально на 10 хп, он использует аптечку, но Готик успевает его убить, это очень хорошо, иначе бы Андрей Ермольников бы включил ДАшку и был бы еще более грозным. Фейс есть, который будет получать рельсу от ноунейма, Том Реддл тем самым сливает СТ Релган. Ноунейм сейчас зареспаунился где-нибудь или нет, потому что тут поступила информация какая в чате. Но нет, все нормально сейчас у него, пока никаких подлагиваний не замечаем. Ноунейм выдает рельсу по Вану, но получает он также 2 рельсы, дают также рельсу по Максе, и флаг остается на мосту, и Ван его без проблем доставляет, так как хирург не попал туда, куда надо. Что ж, надо передохнуть, ребят, потому что всего лишь 1 минута прошла, а уже команда находится друг друга на половине своей, ну, на половине карты оппонентов. Эстер Элган занимает позицию рельсовода на рельсах, проехал он мимо, Том Реддл не попал по Эстер Элгану, и за это поплатился и отправился на респаун. Есть Уан, который выдает рельсу по Эстер Элгану, но тот будет дуэлиться с ним около этого самого домика. Такие, ребят, моменты, кстати, и решают, вот... Если говорить, что командное взаимодействие — это самое главное в играх, где вот играют 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7, и неважно, это танки онлайн или какая-либо другая, но все равно скилл индивидуальный также решает. Вот как мы видели сейчас Эстер Элган против того же самого Вана. Кружились вокруг домика, и Ван убил его. Но там, правда, аптечка зарешала, но все же. Индивидуальный скилл присутствует. Даже раньше мы как-то разговаривали с ребятами, не помню с кем, выбирали игроков клан чисто потому, что если ты мог выиграть какого-нибудь игрока, находящегося уже в клане. Вот, к примеру, если вспоминать клан Олимп, тогда нужно было выиграть игрока Спарроу, на тот момент лучшего дуэлянта танков онлайн, Воробей. И тогда ты попадал в клан. И что-то типа такого. А сейчас... Просто нужно себя хорошо показывать в пабликах, можно так сказать. На первом сервере заходите, играете там ту же самую дикорельсу или хоррельсу и попасть. Это есть сейчас для тех, кто хочет также играть в клан варах. Это очень хорошо, ребят. Там участвовать прям много плюшечек. Дается вам. Вернемся сейчас на карту. Ничего особенного не происходит. Только 5 игроков команды Синерджи стоят у себя на фабрике и жмутся, не понимаю зачем. Просто один Эстер Элган пытался что-то сделать на городе, либо это же был Макс, и не углядел. И его за это отправили на респаун. Аркелян будет дуэлиться с хирургом. Правда, Готик ему с этим помог. Хирург остался целым. Готик будет также стрелять Golden Coil, отправлять его на респаун. Танки онлайн хотел сказать, но нет, это Том Реддл. Попытался сделать что-нибудь Готику, но Готик, бронзовый иметель краски, просто сейчас кружится вокруг Аракеляна, тот ему промахивается. Как много делает сейчас Готик для своей команды. Динамит также будет пытаться выходить из города, попытался он обмануть, у него этого не получилось. Фейс и Андрей Гермоника с ним разобрались. Есть Эстер Элган, который будет заходить на базу своих противников. Будет подбирать флаг, который уже прям перед мостом лежит, так что ему не нужно будет тратить дополнительное время, чтобы подобрать его с флагштоком. Промахивается, правда, потом Реддлу, и его сливает за это Фейс. Возвращает флаг на свой флагшток. Но у нас есть увоз от красной команды Вавилонов. Смотрите, Андрей Ермоник уже на своей половине карте, его убивают. Есть Ван, который использует аптечку очень своевременно.
Есть там уже поддержка Рикеляна, есть динамит, который подбирает флаг, будет он, наверное, вести в тылы, так же, как и попытался сделать это Том Реддл, но у него этого не получилось. Тут там уже паровозик из целых трех дикарельс, и Ван доставляет флаг и открывает счет во втором раунде для своей команды Вавилон. Просто суперская игра. Красная сторона, походу, решает, ибо первый флаг был доставлен от той и той команды. Посмотрим, может ли они преодолеть этот стереотип в третьем и четвертом, доставив первый флаг за синюю сторону. Есть Эстер Элганг и Максе, которые выходят в город. Там его будут встречать целых три танка, которые только что зареспаунились. Это One, Golden Coil и Face. Но одного из них уже слили. Максе там до сих пор живет. Будет он стрелять по стенке. Это тоже иногда полезно. Будет он подбирать флаг вместе с ноунеймом. Правда, уже аптечка была использована. Ноунейм, вижу, я сейчас чуть-чуть подлагивает. Нужно будет последить за ним. Да, ноунейм подлагивает. Я попрошу нашего судью написать в чат по замене этого игрока, если можно. Выбросил он, правда, флаг. Там все танки скопились. Хирург подбирает флаг. Есть реса по Вану. Вана будет отправлять на респаун Эстер Элган. Хорошую раскачку делают сверху. Будет он ставить первый флаг, наверное. Хотя нет, его сливают, подбирает Максе. Будет его ставить именно он. Промахивается, так как ему Том Реддл сбивает. Но это ничего не значит. Попросим ноунейма сейчас обновиться, либо же сделать замену. Ну что ж, пока что игра продолжается. Аракелян увозит уже второй флаг для своей команды. Использовал на аптечку, подорвался на минке, но это ничего не значит, ибо была воспользована та самая аптечка, которая была озвучена ранее. Будет его также поддерживать One и Том Реддл. Хорошую рельсу выписывает Готик, убивает Аракеляна. Есть One, использует он аптечку слишком рано, потому что вот сейчас он мог бы ее использовать, увидев рельсу от динамита. Но не важно, не в этом дело. Главное, он увез флаг. Главное, он сделал то, что требуется. Он смог взять флаг, который потерял его соклановец. А вот это то, что он сбросил под фейса, вот это зачем? И хорошую рельсу выписывает Готик, двойную по фейсу Ивану. Но там буквально не хватило одной дополнительной рельсы, чтобы убить фейса и попытаться как-нибудь вернуть флаг. Но это были малейшие шансы, и там был также Ван и Андрей Гермоника на поддержке. Что ж, быстро доставили флаг после... команда Вавилон после того, как Синерджи сделали сравнение счета. И счет становится сейчас 2-1. До конца карты остается буквально 3 минуты. Синерджи есть еще шанс что-то сделать. Но Вавилоны сейчас зажимаются. Я вижу, что все они стоят у себя на базе. И тем самым Синерджи просто окутывают их со всех сторон. Есть хирург, который отправляется на респаун. Андрей Неморника также отправляют на респаун. Динамит будет подбирать флаг. Вместе на пару с Готиком будут ехать на мост, либо же прыгать под. Готик получает рельсу. Хорошую рельсу выписывает Эстер Элган по койлу. Будет он прыгать вместе с Готиком под мост. Все-таки они решили это сделать. Не думаю, что это правильное решение. Хотя, кто знает, не буду я их осуждать. Прыгает хирург. Будет он использовать аптечку очень вовремя. Там не успела рельса среагировать. Нужно было бросать под Максе. Максе пытался прыгнуть, но не получилось. И фейс возвращает флаг. Там хотели красиво сделать, чтобы Максе прыгнул, подобрал флаг, но... Синерджи, Вавилон их перехитрили. Ну, просто вовремя рельсу дали, они перехитрили, если быть точным. Ракелян сейчас увозит флаг. Куда ты даешь рельсу, Ван? Тебе нужно было давать по Эстер Элгуну, чтобы Том Реддл смог увести без всяких проблем использования аптечки. Хорошую рельсу выписывает как хирург, так и Том Реддл по друг другу. От замансил от самого себя, либо же от Эстер Элгуна. Сейчас Аракелян подобрал флаг. Он только с ДАшкой, он уже использовал аптечку, чтобы та, наверное, кдэшилась. Но у нас размен, ребят. Также по ту сторону карты ноунейм увез флаг, которому сейчас придется, наверное, заменить, потому что он подлагивает. У нас размен, как было озвучено, но с правой стороны команды красной будет, наверное, возврат от Готика. Что делает этот игрок, ребят? Что делает этот игрок? Там просто были 4 танка Вавилонов. Он просто в наглую заехал на танк противника и вернул свой флаг. Но сейчас, конечно, будет большой перехват от команды Вавилонов. Есть Том Реддл, One, Face, Аракелян, Андрей Ремоник и даже Golden Coil, успевший зареспауниться после
того, как он умер. Аракелян сливает хирурга. Андрей Ермольника будет увозить флаг, убив оппонента. Будет он уже на своей половине карты. Максе также слили. И есть возврат от Аракеляна. Что ж, возврат состоялся. У нас больше нет размена. Есть только один. Андрей Ермольника на всю половину карты будет ехать и ставить. Там есть Готи, который зарезил рельсу и промазал. Андрей Ермольника его обманул. И тем самым сумев поставить флаг. А если бы он не сделал вот эту обманку, ну, типичную для всех киберспортивных игроков в танках онлайн, скажем так, напрямую, то мог бы потерять флаг. Но там был One, на который сделал хороший провозик, и все равно бы доставка была. Неважно, счет становится 3-1. Команда Вавилон выигрывает команду Synergy во втором раунде, потому что уже остается 10 секунд, и я не думаю, то, что Synergy, чемпионы межкланового чемпионата 9, смогут довести два флажка за такое короткое время. Что ж, 3-1. Это хороший показатель для команды Вавилон. Если я не ошибаюсь, 5-6 место они заняли в межкланном чемпионате. Но, как мы видим, другой формат дает о себе знать. Даже имея Готика в своей команде, у Synergy не могут не победить Вавилонов. Но есть еще два раунда. Напоминаю, первый раунд закончился со счетом 1-1, 1-1. Второй раунд закончился со счетом 3-1 в пользу Вавилон. Так что по раундам у нас пока что 1-0 в пользу Вавилон. Это из песни Максима. «Я стала свободней, мой Вавилон, и я его строю». Послушайте, хорошая песня. Наверное, Пейс поет ее своим соклановцам каждый раз перед началом боя. Что ж, посмотрим, будет ли наш стереотип работать на третьем раунде, когда красная сторона доставит первый флаг вражеский, либо же нет. Есть замена на карте. Зашел eSport player. Вместо того самого ноунейма, который подлагивал бывало местами. Отнеслись они с уважением, конечно же, они должны были этого сделать. Вижу то, что хирург уже пишет время дропа. Я хотел, кстати, только сказать про то, что у них не было. Хотя нет, я ошибаюсь, было также и в первом раунде. Тот же самый хирург писал дроп. eSport player, блин, вот когда я вижу его никнейм, хочется думать сразу про тех, кто играли в компьютер еще в раннее время, да и сейчас. eSport 2DK. Ну, знаете, когда Need for Speed начинался, или, по-моему, какая-то вот такая игра. eSport. Неважно. Возвращаемся на карту. С вами мистер Бабушка, комментатор, и Виталя как оператор. Третий раунд. Буквально 5 секунд. Я сделал передышку, попил водички. Андрей Ермольника уже убил хирурга, пока я это делал. Нехорошо убивать врачей первым разом, ведь они могут быть полезнее. Блин, было бы прикольно, если бы хирург играл на изиде в формате дикорельса. Вот это было бы супер. Ладно, я шучу. Конечно же, здесь изида нельзя. Здесь только, возможно, диктаторы рельса. Кстати, тут ни у кого нет... как его называют? Блин, почему у меня опять крэшнулся? Извиняюсь, ребят, сейчас технические неполадки у комментатора. А, все так, все наладилось, я с вами. Есть уже Том Реддл, который в городе. Будет он получать рельсу от динамита, правда, он ее не получил. Там защитил Том Реддла плакат, который находился. Динамит, наверное, вылетел из боя. Сейчас он подлагнул и вылетел. Так что команда Synergy играет пока что в пятером, не вижу никакой замены. Есть Том Реддл, который до сих пор живет в городе, кружится, вертится, тем самым отвлекая на себя внимание. Уан подбирает флаг, не знаю, не успел ли он использовать аптечку, либо у него ее просто не было. Динамит обратно вступает в бой. Максе использовал аптечку, получил рельсу от Аракеляна, также получит от Golden Koi и убьет его, наверное... Хотя нет, у него есть аптечка, он, оказывается, не аптечку использовал, а подобрал ее. Извиняюсь, недоуглядел, потому что аптечка зеленая, и текстуры на карте тоже зеленые. У нас на бровке сейчас Андрей Ермольника вместе с хирургом попытались бы бодаться, где хирург победил.
Аркелян едет на Дашке у себя в деревне вместе с Голден Коем, который на ДДшке будет. Они, наверное, перебираться в город, где уже Том Реддл занял опять хорошую позицию. Он уже на фуле. Вот подумайте, ребят, если игрок живет очень... Ой, если игрок на фуле, это значит, либо он сумел подобрать дополнительный дроп, либо он уже живет долго. У него уже пропадает ДАшка, есть зато ДД нитра, он никуда не выезжает, будет на себя внимание отвлекать, также подождет того же самого Уана, динамит промахивается по нему. И Уан сможет сейчас взять флаг. Он это действительно сможет сделать, так как Максе убивает Том Реддла, а Готик попадает по Уану. Но это ничего не значит, у Уана есть еще аптечка, которую он сейчас использовал. И просто проигнорировал двери сы, но этого не хватает, потому что был хороший фокус от команды Синержи по флагоносцу. Динамит сейчас прикрывает своим корпусом или пытается сделать это Golden Coin. Тот сумел его подобрать, конечно, флаг, но сразу же потерял. Максе тем временем поднимается в фабрику на фабрику противника. Там есть Том Реддл, Ван, который, кстати, не фокусят его. Ну, были там некоторые промахи. Но Максе наказал Вана за это и просто убил его через мост. Хорошее владение камеры, видимо. И также выдал рельсу потом Реддлу. Но и Том Реддл его отправляет на респаун. Есть Готик под мостом, который будет дуэлиться с Андреем Ярмоника. По правую сторону у нас есть сейчас Фейс, который, как всегда, стоит в дефе. Дал рельсу по хирургу. Есть и спортплеер, который будет... Заходите, какую рельсу выдает Аракелян? Сквозную по двум игрокам. ДДшную. Красную рельсу. Просто по и спортсплееру, и хирургу. И просто делает так, чтобы оппоненты не могут зайти на его базу, чтобы подобрать флажок. Тем временем Golden Koi, One и Tom Reddle, как всегда, развлекают деферов команды Synergy. Есть динамит, который стоит на кемперской позиции. Выписал он рельсу по Андрею Ермольнику, замансил от рельсы Уана. Будут, наверное, конечно же, они его фокусить, иначе он выдаст много дэмэджа. И динамит сбивает опять рельсу Уану. Опять он уходит от его рельсы. Будет он, наверное, стрелять в Том Реддла. Он хотел это сделать, но Уан ему это не дал, зажав ему корпусом. Будет у них опять своевременная дуэль, но с Том Реддлом расправились его тиммейты Динамита, если быть точным, без всяких проблем. Есть Готик по ту сторону карты. Будет он подбирать, наверное, вражеский флаг. И замансил он от рельсы Голден Коя, но Андрей Ермольника его все равно отправил на респаун. Тем временем разобрался и с Терелган вместе с Динамитом. Все-таки с игроком Уаном на кемперской красной позиции. Просто не та команда не дает зайти на флаг. Они как будто играют 3 на 3. Деферы против атакеров. Что с одной, что с другой стороны. Нет каких-то массовых заходов. Сейчас Golden Koi выписали рельсу. Он использовал слишком рано аптечку. Уже второй раз я это замечаю. Андрей Ермольника будет ехать по базе своих противников в городе, выписывает тоже сквозную рельсу по двум игрокам. Это Готик и Хирург. И тем самым Готик убил своего Хирурга. Кстати, он наказал его за то, что Хирург убил в первом раунде кого-то там. Кто там был, если я не ошибаюсь? No Name, кстати, тогда был, которого сейчас заменили. Ван будет подбирать флаг. Он на фуле. Ему уже выписали одну, правда, рельсу. Готик также попадает по Вану, но не хватает дэмэджа, ибо у Готика не была двойная... запутался. Двойной урон. Но есть и спортплеер, который его снимает. Готик возвращает флаг. Том Реддл не успел его подобрать. Он использует аптечку. Будет он мансить от рельсы хирурга. У него это получилось, но хирург попал по другому игроку. Будет его также дамажить и спортсплеер, который должен сейчас попадать по Том Реддлу. Но он и не успевает. Том Реддл просто кружится, вертится. Он как будто играет на васпике том самом, который он постоянно играет в формате лайт. Вы посмотрите. Том Реддл сейчас будет подбирать флаг. One будет, наверное, просто держать своих оппонентов. Все правильно делает Ван. Не стал он ехать на флаг противников. Он просто держит СТР Элгана, Готика, которые не могут проехать, чтобы дать дополнительный дэмэдж Том Реддлу, который сейчас нет двойных, я хотел сказать, но нет. У него уже есть нитра, но ее включил. Но нет двойной защиты, так что он может умереть буквально с одной хорошей, красивой рельсы, либо с одного хорошего фокуса от команды противника. Вы смотрите, Вавилоны опять уходят. Первые. Ну, просто ломают мой стереотип, то, что красная сторона увозит первый флаг. Сейчас они демонстрируют нам какой-то паркур вместе с игроком Фейсом. Есть там же также Аракелян, который стреляет по домику в окошко. Наверное, он пытался пристрелить через окна, но нет, это у нас не GTA. Том Реддл ставит флаг. Вот, замансил от рельсы и спортсплеера. Покружился как васпика. Уан хорошо просто подержал противников, и он смог достать флаг один. Также отправляют и спортсплеера сейчас на респаун. Синерджи выглядят очень неслаженно. Сейчас, наверное, они очень много внимания и энергии отдали
обмен игрока, но все равно, ребят, хочешь не хочешь, но когда у тебя замена игрока основного состава, такого как No Name, происходит, и вот этот всякий кипиш в чате, то, что он лагает, подлагивает, все равно у тебя мысли о другом появляются в голове, нежели о карте. Но им нужно сейчас собраться, у них еще есть 3 минуты, им главное хотя бы сравнять счет в этой карте, а потом можно уже выходить на четвертый раунд, и там будет все решаться. И спортсплеер будет убивать Аракеляна, но также и его убивает Golden Koi из целой фабрики. Сейчас Вавилоном не стоит зажиматься, как они это делают. 4 игрока вижу я на фабрике. Там Эстерелган очень хорошо сейчас отыгрывает. Он убил Андрея Ермольника. Также он убивает Вана. Попытался он протизнуться через 2 стенки, но нет. Релган, ты слишком толстенький для этого. В качалку ходить полезнее нужно. Есть Андрей Ермольника на своей базе, которого убивают. Смотрите, команда Синерджи больше танков, чем у команды Вавилонов на их же базе. Я имею в виду сейчас синий. Динамит, Хирург, Максей, Спортплеер. Вчетвером уходят. Молодцы, ребята, давите дальше. Тем временем четверо игроков команды Вавилон находятся на фабрике. Как я и сказал, они зажались и просто хотели обстреливать противника. Но нет, ребят, этого не будет, ибо они возьмут просто дроп и поедут и доставят флаг. Сейчас Динамиту нужно сыграть аккуратно и правильно делает. Аракелян и Golden Koi выдерживают рельсу, чтобы выписать в нужный момент, но Динамит сделал правильно не потому, что он подождал выстрела своих оппонентов, он подождал своих тиммейтов, чтобы те сделали паровозик для него из целых 3 танков. Это Хирург, Максей и Стерелган. Что ж, счет они сравняли 1-1, остается буквально 1,5 минуты, даже меньше, и будет у нас по ходу 4 раунд. Но если вавилоновцы не доставят еще один флаг за 1 минуту. А, ну, команде Synergy доставлять флаг, конечно же, бы тоже хотел, чтобы получить одну победу в свою копилку по счетам раундов, но тогда будет все равно 4 раунд, так как если будет ничья. Ну а если выигрывают сейчас Вавилоны, то 4 раунда не будет. Выписывает Уан и хорошую рельсу по Эстерелгуну, потому что тот не углядел Уана. Если у Уана есть аптечка, он сейчас много может сделать для своей команды. У него она есть, он выписывает рельсу по Максе, будет получать от Эстерелгана и от Максе. Он поставил мину, но она ничего не сделает. Он выписывает рельсу по Максе, тот использовал своевременную аптечку. И остается все равно на одну рельсу. Есть еще 40 секунд. По ту сторону я не заметил. Увозит также Синерджи свой синий флаг. Ну, не свой, а вражеский синий флаг. Есть Хирург, который подобрал, использовал аптечку, поставил минуку. Есть Динамит, который будет стрелять по противнику, по мосту. Он попал уже по фейсу. Тот остался буквально на 2 рельсы. Есть Хирург. Зачем? Зачем ты кидаешь флаг и спортсплееру? У тебя все равно размен. Том Реддл, смотрите, что он делает. Он подобрал флаг противника, сбил рейсу и Старелгану. Нужно было поезжать, но нет, там есть Хирург, который будет возвращать. Но он все равно выиграл дополнительное время для того, чтобы Ван, его соклановец, возвратил флаг. У нас не будет победы команды Синерджи. Просто Том Реддл сейчас спас свою команду от получения своих оппонентов один победный раунд в команду Синерджи. Ребят, он просто взял флаг и поехал опять в тыл. Он просто играет на диктаторе в, не знаю, в режиме Васпика какого-то. Вот серьезно. Счет становится 1-1 в 3-м раунде, аналогичный первому раунду. И по копилкам сейчас, ну, по счету в копилке будет один раунд в команде Вавилон, напоминаю. Будет сейчас у нас, конечно же, 4-й раунд, где все будет решаться. Вавилонам достаточно ничьи в этом раунде для того, чтобы не было дополнительных раундов и чтобы победить. А команде Synergy как минимум нужно выиграть этот раунд. Так, не как минимум, как минимум и как максимум нужно выиграть этот раунд. Наверное, они смогут, ведь под давлением всегда лучше все происходит. Типа они будут играть более аккуратно, более слаженно. Вижу, что и спортсплеер остается. Видимо, No Name не смог починить свой интернет, так сказать, веб-пространство, в котором мы сейчас с вами, все зрители, находимся. Это просто что-то с чем-то. Synergy победители межкланового чемпионата и Вавилона 5-6 место. Но, ребят, не стоит забывать то, что это другой формат. Дикорельса. Это тоже играет роль. Это не то, что Synergy каким-то образом расслабились. Нет. Там также играют сильные игроки, так же, как и в Вавилонах. Но другой формат дает о себе знать. Кстати, по истечению всего блиц-турнира победители получают. Первое место — это 6 устройств для рельсы. Извиняюсь, уже
Язычок подустал. А устройство для рельсы на выбор, что ж такое? Это усиление привода наводки, либо стабилизация снаряда, либо же крупнокалиберные снаряды для этого оружия, либо же 400 кристаллов на свою команду. Это первое место. Ну, а второе, третье, четвертое, там по 4, 2, 1 устройство и 250 тысяч, 150 тысяч и 50 тысяч кристалликов. Но не важно, ребята, второе, третье, четвертое место, правильно? Всегда запоминается только победитель. Именно первое место. Вот если какого-нибудь фаната... Хотя нет, если фаната футбола спросить, он тебе и все 10 мест назовет. Но если просто любителя футбола попросить назвать, кто выиграл в каком году, в каком кубке, он может тебе назвать первое место. А второе место он уже будет сомневаться. Ведь всегда, ребят, первое место это... Вот 90% внимания уделяется им. А 10% это уже остальным игрокам и остальным кланам, либо же командам. Что ж, четвертый решающий раунд начался, уже прошло 30 секунд, Аркелян уже успел отправиться на респаун вместе с Эстерелганом и Спортплеем и Андреем Ермольника. Динамит уже заходит на флаг противника, использует аптечку, использует очень много внимания на себя, отвлекает, точнее, не использует. Готик ему в этом помогает, какой хороший фокус. Сейчас Динамит был в окружении трех своих противников, но он выжил, он survive, как Леонардо Ди Каприо в своем новом фильме. Но все равно получил рельсу от Аракеляна с другой половины карты со своей базы с фабрики. Хорошо сейчас отыграл Аракелян, посмотрел на базу, не встал торопиться. Есть Фейс, который, как всегда, будет стоять в дефе. Голден Кой, Ван, Андрей Армоника. Ну что ж, замен состава не произошло. Том Реддл, как всегда, в режиме. Васпика будет, наверное, нас удивлять, играя на Диктаторе. Есть Эстер Элган, который убил Вана под мостом около деревни. Андрей Ермольника будет его оттуда снимать, помогать Том Редлу за ходом флажка. Андрей очень вовремя использовал аптечку, остается целым после получения всего дэмэджа, который был. Также есть Том Редл, который не использовал свою аптечку. Еще он убил Максе. Будет команда... Ничего она не будет, ибо Ермольника потерял флаг, но он выбросил вовремя, и Ван его смог подобрать. Андрей Ермольника хоть и упал в ямку, но успел среагировать и нажать кнопочку А на английском F, чтобы выбросить флаг. И хирург замасил от фейса, тем самым вернув флаг. Что ж, есть и хорошие, и плохие стороны у обоих команд. Это у всех бывают, ребят, случаи в жизни, когда ты можешь очень хорошо отыграть, когда ты можешь чуть хуже отыграть. Это зависит от настроения и от того, с какой ноги ты, наверное, утром проснулся. Либо же какую клавиатуру ты поменял. Ребят, если вы меняете клавиатуру так же, как и корпуса рельсы в гараже, каждый раз перед любым боем ставь плюс в чат. Есть Фейс, который будет вместе с Ваном расправляться с Динамитом, который опять будет подбирать флаг. Динамит просто в режиме танка заходит на базу противников, впитывает в себя весь дэмэдж, а его просто такое ощущение, что клановцы работают именно на него, ибо обстреливают всех, которые находятся в окружении Динамита. Он как взрывная бомба какая-то. Есть хирург, нет хирурга, Андрей Ермольника с ним справился. Почему-то он постоянно фокусит именно этого игрока, не любит он, наверное, врачей, у него какой-то свой опыт с ними есть. Есть Готи, который промахнулся по Андрею Ермольника, и спортсплеер на фуле будет подбирать флаг, ему нужно подобрать. Также нетру, но это не делает, может быть это и правильно, потому что он не хочет отвлекаться на это дополнительное внимание, скидывает он флаг под Максе, не очень лучший выбор, ребят. Какую рельсу выписывает Андрей Ермольника сейчас? Он просто убивает одной, двоих, нежели там вторых. Либо же этот рельса Том Редла пролетела с этого ракурса, которого я смотрел, не было очень быстро увиденным. И опять ломают команды. Стереотип мой, синяя сторона доставляет флаг первый в этом раунде. И Synergy уже выглядят более поувернее. Как я уже сказал до начала этого раунда, то что они будут играть более аккуратно и более слаженно, ведь под прессом. Под стрессом и под прессом, все возможно. Есть Том Реддл, которого уже нет на базе противника. Голден Кой будет вместе на пару с Ваном. Также есть Аракелян, который подключается и сбивает рельсу хирургу, который не попадает по Вану. Голден Кой будет увозить флаг. Есть Андрей Ермоника, который пытается не попасть опять в ямку. Он этого делает. Голден Кой умирает. Есть рельса Динамита. Но с другой стороны, также будет Готик подбирать флаг, но нет, его уже нет. Ван будет уходить, уже он в городе вместе с Андреем Ермольника. Не замотил он от реси хирурга, не стал он тратить время на это, потому что знает, что многие из команды противника сейчас находятся на респауне. Ван уже заканчивается. Ну куда ты рельсу, Ван, даешь? Ну ты уже второй раз не туда рельсу даешь. Фейс, если сейчас не успеет дать рельсу, то Эстерлган возвратит. Вот что ты делаешь, Ван? Если бы ты дал рельсу по
Эстерелку, но я правда не знаю, хватило ли бы дэмэджа, но ты бы отправил бы на респауну, фейс бы смог взять флаг. Зачем такую никудышную рельсу, если даже нет информации, что едет флаг? Ой, не флаг, а если едет танк по центру, зачем ты туда стреляешь? Вот просто так тратишь свой заряд хороший, такой мощной пушки, как рельса. Второй раз уже не туда стреляет этот игрок, но может быть у него другие сведения по поводу этого. Он, наверное, там видел кого-то, либо же переволновался. Ну, ребят, иногда, правда, стреляются. Это я сейчас переборщил. Правильно иногда делать, просто стрелять именно в тот промежуток, потому что там может в любой момент выйти танк. Даже если информация нет, все равно нужно проверять и чекать. Но если бы он попал по Эстерелгону, был бы другой исход. Вавилоны бы смогли бы доставить и сравнять счет, но этого не случилось. У него, правда, есть еще 4.5 минуты на этом. Есть Ван, который тот самый, подбирает флаг, подрывается на минке, использует аптечку и получает рельсу от хирурга после уже аптечки окончания. Замальсил минку очень красиво, Аракелян также выписывает рельсу на опережение, но не попадает. Будет подбирать флаг. Есть и спортплееры с другой стороны карты, которые по бровке, но его Андрей Ермоленко замечает. И фейс просто вместе отправляет его на респаун. А Аракелян уже мчится доставлять флаг. Флаг, а не то, что я сказал, извиняюсь. Есть Ван, который будет сейчас флаг ставить. Давай, рельсу на опережение, сейчас то, что нужно, но он этого не делает, и неважно. Главное, он доставил флаг. Все, молодцы. Вавилон сравняли счет, 1-1. Синерджи, тащите, ребята, остается у вас еще 4 минуты, вы можете этот раунд еще выиграть. Я вас верю, ваша мама вас верит, и все планеты верят в вас. Победите этот 4-й раунд, вам просто необходимо для попытки выиграть своих оппонентов в дополнительных раундах. Аракелян получает очень много рельс, но этого недостаточно, чтобы его убить. Ему главное сейчас подняться и взять аптечку. Он прям так этого желает, это так этого желает. Но Эстерелган выписывает вот такую красивую рельсу и его просто убивает. Там есть Том Реддл, который будет подбирать флаг. Да, он успел сделать это быстрее, чем Эстерелган. Он подобрал также аптечку, использовал свою аптечку. Но там есть Максе, который сзади такой зашел и убил, и возвратил флаг. Голден Кой, Аракелян сейчас находится под мостом. Будут они распределяться с спортплеером. Не очень хорошая раскачка была сейчас от игрока Аракелян, но неважно, спортплеер еще живет. Динамита убили, Вана также убили. Спортсплеер будет подбирать флаг. Готик есть, который находится сейчас в тылу противника. Будет он, наверное, отвлекать на себя очень много внимания. Выписывает он рельсу по Андрею Ермоника, который только едет на дашке и без нитры. Какой же медленный корпус без нитры. Есть Том Реддл, который опять через тылы будет пытаться увозить, наверное, флаг. Он сейчас находится в тылах деревни своих оппонентов. Динамит по нему промахивается, как всегда в режиме Васпика. Будет он стрелять также по спортсплееру, попадая, сливается с одного удара, потому что спортсплеер также не углядел, и он получает рельсу от хирурга. Но он увез флаг на фабрику. Главное сейчас Вавилонам так это сыграть хотя бы в ничью, чтобы выиграть во всем сражении против этих двух кланов. Из-за этого он, наверное, тянет время, чтобы какой-нибудь игрок команды Синерджи просто потратил дополнительные там 20 секунд и сумел возвратить флаг. Правда, и спортсплеер будет сейчас там стоять и ждать, и будет он возвращать флаг, чтобы тот же самый Том Реддл не сумел его подобрать, но в какой-то момент все равно этот флаг возвратится автоматически. И спортсплеер, ты все равно теряешь очень много времени на этот флаг, так что просто уезжай оттуда. Все равно его никто не возьмет, так как Фейс контролирует просто... Ой, не Фейс, а Готик, извиняюсь, контролирует правую сторону. Перепутал я Фейса с Готиком, там чуть-чуть. Есть Том Реддл, который будет опять подбирать флаг, убивает он хирурга, а не дает рельсу Эстерелгу, ну, правильно все делает, приоритет своему флагу отдает. Голден Кой, Фейс, Ван и просто Том Реддл и Аракелян сейчас будут работать, наверное, на свой флаг. Есть Готик, который подбирает флаг, его держит Фейс. Столкновение двух тех самых игроков, которых я перепутал. У него просто сливают без всяких проблем, остаются все целые. Есть Динамит, который опять каким-то образом проскочил через всех троих игроков. Ребят, как ему это удается? Выписывает он хорошую сквозную рельсу. Будет он ехать, наверное, на мост, но нет, он передумал ездить под мост, но это не успевает. Фейс ему дает рельсу. Просто там были три корпуса вражеских, и стоял флаг по центру. Он как-то через них проехал ту же самую елочку и украл, как волк из Том и Джерри, хотел сказать, но нет, как из серии «Ну погоди». Котик будет также подбирать флаг, дает он рельсу по Вану, использует аптечку слишком рано, как на мой взгляд. Остается он буквально на одну, едет он в деревню. Окей, на встречу троих вражеских игроков. Наверное, это отвлекающий маневр был для следующего захода, либо же для получения информации, сколько игроков там вражеских находится. И спортсплеер будет ехать с правой стороны. Андрей Лемурник уже выписал ему рельсу. И поэтому ему спортсплееру пришлось использовать аптечку. Есть Том Реддл, который подбирает флаг.
опять будет, наверное, ехать, да, по стандарту. Там есть Готик. Замансил от 30 Готика, хорошо сейчас играл. Главное, Golden Coil сейчас Golden Coil, извиняюсь, помочь Том Редлу, но Готик выписывает хорошую рельсу по Властелину Гарри Поттера и возвращает лак. Я сейчас посмотрел, как сыграл один игрок, но я не буду это озвучивать. Просто очень хороший маневр был. Это слишком долго объяснять, на это внимание не будем обобщать. Аркелян выписывает рельсу по земле. И противники благодарят друг друга за эти прекраснейшие 40 минут игры обоих кланов. Счет становится 1-1. Что-то пошло не так во втором раунде, где счет стал 3-1. Что-то у команды Synergy пошло не так. Но там, наверное, вот эта замена с ноунеймом зарешала, потому что был кипиш в разговоре между этими между соклановцами. Там ноунейм замену кто-нибудь быстро откликнитесь, и спортплеер есть, одевай дикарельсу, такую-то краску, заходи на карту. Хочешь, не хочешь, ребят, но вот эти дополнительные ненужные слова во время конференции, они очень большое значение имеют. Потому что кто-то не услышал какую-то информацию, откуда зашел противник, кто-то еще. И игроки начинают играть не взаимосвязанно, а поодиночке. И команда Вавилон с этим воспользовалась и победила их во втором раунде со счетом 3-1. Что ж, по раундам четверым счет становится 1-0. Сейчас мы будем делать розыгрыш, где кодовое слово у нас будет... Сейчас посмотрим, какое у нас кодовое слово будет. Подождите буквально секундочку. Ребят, не расходитесь. Сейчас у нас будет розыгрыш. Не расходиться. Восклицательный знак приз будет у нас кодовое слово. Можете начинать писать в чате, если хотите принять участие в нем. Кодовое слово, восклицательный знак приз. Приз. Восклицательный знак приз. Все.